Привет, дорогие друзья! Привет! Здесь Айхан, мама. И мы с вами сегодня в Манавгате. Манавгат находится примерно в часе езды от Алании. И наш день в Манавгате мы начинаем с семита и турецкого чая. И вот в такой вот кафе, прямо на перекрестке. Прежде чем ехать и смотреть все самые красивые достопримечательности, мы сидим, пьем чай и кушаем всякие разные булки. Булки. Вот. Доехать из Алании своим ходом до Манавгата можно на автобусе. Вот на этот небольшой вокзал приходят автобусы из центра Алании, с того небольшого автовокзала, который расположен в самом центре Алании. И именно отсюда вы также можете доехать до торгового центра или до водопада. Здесь также есть цены на такси, но помимо такси можно доехать и на автобусе, вот на таком вот маленьком автобусе. На каждом автобусе написано «Шеляле» или «Waterfalls». И он вас доведет прям до водопада. Ну и до торгового центра, вот с этого автовокзала, можно доехать на автобусе номер 10. Поэтому не бойтесь, приезжайте, и в любую точку Манавгата, в любую его достопримечательность свободно можно добраться на общественном транспорте. Мы уже зашли на территорию, где расположен водопад. Вход сюда стоит 6 лир. И ехать от Алании до Манавгата примерно час. И от автостанции до водопада, наверное, минут 15. Водопад здесь небольшой. И вот для желающих помочить в ножки в водной, в горной воде, можно сесть на стул и вода, наверное, очень холодная. Вода как в дымчае, градусов 6 точно, если не ниже. И вот здесь вот открывается вид на водопад. Здесь есть несколько вот таких небольших смотровых площадок, много магазинчиков. Можно посидеть в кафе. Чуть дальше расположено очень красивое кафе с удобными диванчиками и подушками. Территория на самом деле совсем небольшая, но приехать, может быть, на полчаса, на час вполне можно сюда подышать свежим воздухом или просто прогуляться. Здесь есть детская площадка. И очень много разных магазинчиков.
одну достопримечательность Манавгата. Называется Титрейен Гёль, озеро Титрейен, находится буквально в 10 минутах езды от центра Манавгата. Вот это вот озеро, если его обойти и пройти в ту сторону, то там есть дорожка, и по этой дорожке можно дойти до моря. То есть озеро находится, ну, практически рядом с морем. В общем, сейчас пойдем посмотрим, потому что я здесь первый раз. Но, как вы видите, и как вы видели, когда мы ехали по дороге, очень зеленое место, красивое, и очень много таких необычных красивых деревьев. Поэтому давайте пройдем вместе, прогуляемся и посмотрим, интересно ли здесь или нет. Вот такой вот здесь спуск к озеру. Сюда может приехать любой желающий на своем автомобиле, либо на мопеде, на велосипеде. Как вы видите, здесь располагаются отели прямо на озере. И, как я уже сказала, в той стороне море. Шелуху от семян, окурки и прочий мусор бросать в озеро и его окрестности запрещено. Спасибо мэрии Манавгата. И на озере, на пресном озере, растут пальмы. Очень необычна природа в Турции. Вы уже знаете это не хуже меня по моим видео. И, как вы видите, туристы идут с моря по берегу озера. Почему оно называется Титрейен? Обратите внимание на воду, потому что под действием ветра озеро вот так вот колеблется постоянно, трясется, скажем так. И титремек по-турецки колебаться, трястись. Поэтому оно называется и Титрейен, потому что поверхность озера постоянно под действием ветра вот таким вот образом переливается, и получается такие вот интересный эффект и волны. Озеро небольшое, здесь плавает много уток, и вот такая вот дорожка идет в ту сторону к отелям, а мы идем по направлению к морю. Здесь сосны, пальмы, все вместе растет. И пальмы, и сосны, все вместе. Здесь пальмы, вот там сосны, еще какое-то дерево. Это территория какого-то отеля. И вот так, если обойти, то сразу попадаешь на пляж. По вот этой вот аллее, как я понимаю, туристы из близлежащих отелей идут на море. Здесь большой парк, лесенки, лавочки. И вот, проходя мимо озера, можно дойти до самого берега моря. Очень интересно, конечно. Я здесь не была ни разу, но территория мне здесь очень нравится. Прям на берегу моря и озера, и вот такой вот зеленый парк, тихо, красиво, никаких дорог, машин, трасс, ничего нет, а только природа и красота. И вот здесь расположены пляжи различных отелей. Сейчас посмотрим, какой здесь песок, потому что в Манавгате на пляже мы никогда не были. Здесь прям песочек, стоят лежаки. И я думаю, что вход в море здесь тоже песочный, хороший. Но немножко другая, потому что здесь все-таки такой отельный пляж. Песок здесь похож на песок на пляже Инджику. И, как вы видите, вход в море здесь тоже очень вот такой вот хороший, приятный. Какая-то небольшая, совсем мелкая галька, но очень приятный вход.
И вот так здесь расположены пляжи многочисленных отелей, которые как раз и находятся в этом парке. Это же отельный пляж. Вот такие вот здесь интересные утки с белыми клювами. Головы у них какие-то белые, они сами черные. Вот так вот туристы по дороге из отеля на море могут покормить уток, ну или прогуляться по берегу вот этого вот озера. Напишите обязательно в комментариях, как вы любите отдыхать, в каких отелях. Любите ли вы, чтобы отель был прямо на берегу моря, вот вышел и сразу в море купаться, либо чтобы отель был чуть подальше от моря, например, через какой-то парк или озеро, чтобы можно было пройти, ну, скажем так, на отдыхе чуть-чуть подвигаться, а не просто лежать на пляже и на море. Я, например, предпочитаю, чтобы отель был прямо вот на берегу моря, чтобы вышел из номера и сразу в море. А если я хочу прогуляться, я поеду на какую-нибудь достопримечательность или можно часами просто ходить по окрестностям или по городу. В общем, напишите обязательно в комментариях, как вы любите, где должен располагаться ваш идеальный отель. Ну, а мы уже возвращаемся. Мам, как тебе? Понравился пляж? Пляж хороший, мне кажется. Очень много народу там. Ну, народу много, потому что отели огромные, на несколько тысяч человек, поэтому... Пляж хороший, но один около одного, как-то не совсем привычно. Я люблю свободно. Ну, это тебе не Алань, я же говорю, там очень много народу в отеле, огромные отели, пятизвездочные комплексы. Не нравится? Можешь вот поставить пляж здесь. Пляж хороший. Поставить здесь шезлонг, полотенчика. И нырять туда. И нырять. Нет, я боюсь утком. Травы. А, да, здесь трава. Я боюсь травы, поэтому это не для меня. Все хорошо, главное, чтобы было где искупаться. А пляж мне понравился. Песочек и там такая галечка, да, заходишь. Такой, да, такой мне тоже пляж, нравится. Пляж просто, да, хороший. И вода такая прозрачная, прям чистая. Хорошо. Похож на пляж Инжикума. Приезжайте, отдыхайте. Приезжайте, отдыхайте на озере, на море, в общем, где вашей душе угодно. А здесь вот это вот, кстати, территория одного из отелей. И здесь есть прям, кто хочет прогуляться в сосновом саду, можно прогуляться вечером. И растет эвкалипт здесь. Нет. Эвкалипт? Нет, это не эвкалипт. Ну, это не эвкалипт, но растет... Дерево. Вон дерево, наверное. Вот дерево. Растет эвкалипт. И кто-то здесь вот, лазит. Это нет. Птичка. Птичка. Будучи в Алании, обязательно приезжайте в Манавгат, гуляйте, посещайте разные места. Мам, советуешь для прогулок? Для прогулок можно, да, конечно. Да, если у вас есть время, то приезжайте и просто смотрите окрестности Алании. Ну, Манавгат это уже не Алания, конечно, но для того, чтобы больше узнать Турцию, обязательно больше
путешествуйте. Ну а мы с вами прощаемся на сегодня. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.